Так. Че, ты планируешь не дохнуть на этот раз, Диман? Ну, я очень на это надеюсь. Playing some D2 with a friend. Так. Че, ты планируешь не дохнуть на этот раз? Фу-фу-фу-фу, я сам себя слышу. Ну, я... Тихо. Как включится она? Twitch TV. Так. Let's go. Derp Destruction. Так, Диман. Давай, чё, куда? Надо нормально. Идти... Нормально, ты прям вечер. Я, да, Geralt of Rivia. Пойдём нам туда, да? Let's go. У меня ничего нет. Это норма. Мне труп нужен, чтобы сделать скелет. Let's make corpses. Ха-ха. Нормально там... Я буду все собирать. Так, подожди, а по дефолту сколько скелетов? Один скелетон тотал. God damn it. Да, конечно. Зубы. Сам-то зубы. Ну, зубы качать надо еще. Зубы для ложков качать, для бонни-мансеров. О, здесь какой прикол. Воу, I'm sorry, field. О, ice blast получен. У тебя ice blast... Ты что, лево качнул, что ли, уже? Да, получил. Дима, мне пещеру бы найти и сесть в пещеру. Так, пойдем, найдем. Я всех теперь убью там. Пинги, привет, а что с Палом? Я надеюсь, что ты его добьешь. А Диман опять на фидит в аксе. Нет, у нас Диман вот позвал с ним вместе на фидит, поэтому я сделал самонимансера. Бам. Так. И сейчас мы с ним вдвоем будем. Паладин остался, паладин живой, и рано или поздно мы к нему вернемся. Не знаю, когда это будет. Посмотрим, как Диман здесь, насколько качественно он будет фидонить. Я могу, да, быстро. Слушай, скелетон-то он быстрый прям. Я думал, он гораздо медленнее. Ну, он разваливает, да. О, слышу, у меня армор, смотри, какой моднявый сразу стал. О, ничего. А ты нормально, что ты так? Победка. Смотри, я к ножкам перебираю. Я тоже. I sense death in this place. Ну, я же некромансер, время пожинать души. Бам. Чё-то скелет работу не делает. Надо больше скелетов. Чем я бью хоть? Я урон не наношу, короче, вообще. Так, ладно. А, у меня палочка с рейс скелетом. Давай, ты, короче, будешь их убивать, я буду ходить лут все. Мне кажется, так будет классно. О, пояс. Light healing potion. Так, давай, Диман. О, а ты с бабы прям уже? Ну да. И она у тебя не фидит даже. Слушай, а ты ее нормально прокачаешь и надеть на нее можно будет потом. Я, короче, правила ресерч, и можно бабу потом просто обновить, купить новую бабу, и она будет разваливать. У тебя, по-моему, баба левелапнулась. О, я тоже левелапнулся. Да, странно, наверное, конечно, закрывается. Так ты шмаляй в них, что они сдохнут, это хорошо, наоборот. Так, а я сейчас вкачаю супер тему, смотри. Бам. А, спасите, боже. Так, давай, что есть? V, F1, Q. А как, какой рейндж? Это вот так вот. О, стамин поушен, это то, что надо прям. Так, а что, силушку качну, чтобы надеть что-нибудь классное сразу? Давай, Диман. Смотри, да, проклят труп. Подожди, а у меня скелет сдох. Давай новый труп. Диман, труп нужен. Что делаешь? Да ты что делаешь-то? Короче, у нас плохая синра. Спасибо, Диман. Да, что-то не очень. О, я проклял. Из нее деньги сразу навалил. У меня проблема с маной. Давай я тебе... Не, не дам. Не сам опи. Ага, ну то грибаешь. Ботинок упал. Так, скролл в там портал. Так, ну... О! Это... Так вот.
Добро. О-о-о-о, я чуть не сдох здесь. Было бы неудобно фидить. У меня щит сломался, Диман. Короче, мы не добили кучу людей, надо добить людей. Блин, тогда... а у меня скелет фидак. Я так понимаю, ранние скелеты, они совсем дерьмовые и плохие. Не, ну сейчас их будет там двое-трое, они будут клевые. Там, по-моему, то ли каждые два, то ли каждые три левела дают скелет. Так, а, здесь вот толпа. Братиш. Слушай, а что-то рейндж на амплифае? А, сам рейндж большой, а радиус дерьмо. Я понял. Бам, рака... Иглор. Ше, я продам еще за миллион. Плюс 4 клайф. Так, 4 осталось. Идентификация. Бам, произведена. Поздний резист. ЛЕ. Так. Вот это, наверное. И еще один. Дима, ну что за фигня? Мы пропустили все. Я еще один левел получил, подожди. Так, давай, я налево, ты направо ищем. Давай. Я ж только за. Это эти мелкие красные говнюки. О, мне два скелета. Слушай, а палку-то, наверное, можно пока оставить. О, я нашел, это зомби. Все, победка. Но я сразу открываю свой портал. Слушай, а у тебя есть денежки? Дай мне 1005. У меня 900. Ладно, тогда не надо. Я сам заработаю. Знаете, могу дропнуть такую синенькую. Может, тебе надо? Конечно, надо. Так. Респек она дает. Так, атакер, текст дэмэдж, 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 тра-та-та. Плюс 4 клайфу, это... Она идентифайт вообще. Баба, принимай. Так. 10 стоит глорб, который вроде как крутой должен быть. Так он беленький, что-то хотел. Ну, они иногда же, они по 10 тысяч бывают беленькие. Может быть, может быть. Так, рассовываем всю фигню по фигне. Так, все. Так, ну все, я готов к дальнейшим приключениям. Меня тут в твоем этом чатике приглашение, ожидающее рассмотрение. Сабы уёбки. Дима, ну нельзя так говорить, че? Присоединился. А это че такое? Это группа какая-то или че? Да, какой-то групповой чат. Ничего себе, я не знал, что групповой чат вообще бывает. Так, мне кажется, на единичку можно взять мастера. Skeleton Life, Damage. У нас же, Диман, family friendly стрим, здесь нельзя так говорить. Да, про, да, особенно конечно. Про сабов, которые все-таки уважаемые люди. Так что это все. Это да. Наговариваешь ты. Так, сейчас я тут это... О май гад. Так. Так, ну у меня оба скелета живые, Диман. Я пойду по дороге, а у тебя там waypoint должен быть. Если бы ты не был ошок, ты бы мне его открыл, но... Waypoint 2, да, сейчас приду. Ну, я сейчас пока дойду здесь через арканиш всех этих. Скелеты, а где? Они лагают, отстают. Что Нокурот звуки ногами всем делает. Бам, ты проклят. Я так понял, очень медитативное начало будет. Сам некром. Он, пожалуй, самый медленно взлетающий, насколько я помню, из популярных билдов. Потому что скелет прям ракует. Бам. Ничего себе, баха. Так, у меня есть такая фигня. О, теперь я вижу, куда бежать. Я, в принципе, и так знал. Так, ну давай, а что там, где Бладрейвен твой? Да, мой-то уже готов. Так, нам куда? А ты только его бахнул, и все? Да. И вышел. Так, потрогал. Пойдем искать. А ты что, прямо с колд армором ходишь? Ну, конечно. Я так понял, он... Типа, чем больше у тебя количество дефенса, тем он эффективнее, потому что он в процентах прибавляет.
Угу. Поэтому если ты глушом бегаешь, то это кал. Я так понял, это лейтгейм и все таки фигня, которая с одного скилла очень эффективная. В ране игре она не очень нужна. Ну я поэтому все силы подкачиваю и надеваю там все время арморы. Хорошо. Самые крутые. Так и надо. Дьявол 2, дамы и господа. Надо сделать... О, буклер. Новый. Нет, мой сломался. Я так понимаю, Самонов здесь контролирует телепортом. Он мерк перемещает, и этих чуваков, наверное, тоже. Да, они просто, ты бежишь, они за тобой раз телепортировались, и норм. Поэтому, я так понял, в лейтгейме тебе надо будет либо энигму собирать, либо искать какие-нибудь шмотки с телепортом. Гэмблить какие-нибудь амулеты. О, пошла музяка. Слушай, а я сейчас Рэйвена прокляну, и что он сделает тогда со мной? Мы его прям очень быстро побьем. Ты прав, глашок-то, у тебя неправильный синер же. У меня... Она же к физику прибавляет урон. А ты неправильный урон наносишь. Наношу, какой могу. Тебе надо, как я первые два акта автоатака проходил. Знаешь, как классно было? Паладином, блин. Так, погоди, надо стаминку залить. Пусть они убивают, а я пока здесь покусаюсь. Ботинки. О, левелап, мне набахли. Хорошо, хорошо. New skill. Три скелетона. Диман. Это победка. Прям без шансов. Сейчас этот чувак гребает. А, подожди, здесь же толпа дебилов и скелет... Я понял. Они застряли в огороде. Так, ладно, вроде отдуплили, смотри. Годи, ты чё, уже все прям? Да, уже побеждаем. Я не попал. Попал, все, Диман, давай, мочи. Скелет, вернитесь. Боже, у меня один скелет сдох. Сделай труп. Ну, труп-то есть? О, три скелетона. Диман, я его убью с руки просто. Давай. Смотри, я проклял и прихожу такой. Баб, ты чё? На, говорил же, убью. Это успех. Развалили. Так, а здесь чего? А, теперь мне тоже чувиха дадут за это. Ну да. Пойдем отсюда. У тебя будет сейчас и чувиха, и я тут пошлю. Я сейчас буду прямо этот командир. Hello. Так, Колдару. Лэл значения не имеет. Так, баба. Тиман, подожди, что ты... ты что не кликаешь? Баба! God damn! Чего? На О, по-моему, ее меню открывать. Чего? У меня Акар не прокликивается, в чем дело? Я лагаю, что ли? А, вот, у меня здесь все неожиданно выбежали. Я, похоже, лагаю. Да. Ладно, вроде пролагал. Плюс Клайв продал фигню. Так, надо силушку вкачать. Богатырскую. Так. Ну, я, в принципе, готов продолжать, Диман. Cold Plains. Так, если дальше надо бежать по дороге, то это, наверное, вон туда он надо. Нет, там же мы туда же ходили же. А, ну хотя да, подожди. Так, а, там была разве... Вон она, туда он вниз. Надо было купить стамину поушен, потому что я как лошок. Хотя, с другой стороны, можно просто стоять, ничего не делать, пока чуваки всех убивают. И так будет здорово. Это реально рабочая тема. Ну, там вон пещера слева. Хочешь пойти? Она вроде не особо нужна. Ну да. Ну там просто два пака рарников.
Или три. Не, Диман, это опасно. Так. О! О, успех. Черт подери, фак. Я так знал, белый ботл, короче, надо покупать. Значит, даже этим не успею отыграть. Слушай, а мне же делать больше нечего, надо ходить, просто подбирать этим. Стоять на месте. Superior Cup, о, шапка появилась. Скелеты как-то нормально, они прям дохнуть даже перестали. Ой. Тогда они там успешные чуваки вообще. Я помню, когда играл, прям вызываешь скелета, победка. А почему дерево нельзя проклянуть? Или я не попал? Ничего себе, у дерева резист к проклятию. What the fuck? Действительно, чё. Подожди, нельзя же так, а ничего, дерево, п. Блин. Так, нам мы дорогу... О, штучка. Так, помазаться. О, пещерка. А, вот здесь камни... Не, камни... Да, вон они справа там. У меня раканиш, там скелет зацепил. Пойдем раканиш убьем. Эй, Диман, вернись. Я танкую, почему я танкую? У меня баба сдохла. Фак их баба. Так, один скелет сдох. Где трупы? А из трупа бабы нельзя делать скелет, what the fuck? Из трупа скелета, главное дело, можно делать скелет, а из трупа бабы нельзя. Что такое вот вообще? Что за дискриминация? Объектификация и все такое. О, здесь можно. Быстрее, быстрее. Оп-оп-оп. Так, камни есть. Все нормально. Бахнули. Пойдем нам сюда. Underground Passage. Ром-ром-пам. Каст, еще. Привет. Каст, давай не надо так. Почему? Ну типа, либо игра, либо GTFO. Я ж тебя звал. Он еще всегда красивый. Да. Опа. О, фиолетик. А кто? Диман. Тебе не надо. Жав Бонни. Я забираю, я, короче, пылесосить прям буду. У-у-у, здесь ч... Это крутые же. Они миньоны. Слышь, подожди. Парень, он бомбанет сейчас, Диман. Где адвайст? Я проклял. О, сразу как... Колечко. Щет. Да, боже, мышкой попасть. Так. Фастер кастинг. L-E. О, а мне плюс энерджи. Зашибись. Так, давай дальше. Качаем Виталиков. Чё там за фигня? Вы чё делаете-то? Мне треть хп оставил на ровном месте. Диман, чё за фигня? Диман. Я нажал на штуку. Давай завязывай вот эти вот эксперименты твои. Я, говорит, нажал на штуку. Прям как в доте тоже. Нажал на штуку и все умерли. Тогда как помпанет. Черт, Диман, ты же на хардкоре играешь. Читай сначала, что нажимаешь хотя бы. Нет. Я отказываюсь. Слушай, а твоя баба, она до сих пор не сдохла, во-первых, во-вторых, посвечит нормально. Да, она хорошая. И видно, откуда лут упадет. Мана поушная. Слушай, а шапка-то крутая, Swordmaster. О, ща, ща. Так, что там у бабы? Lightning, Poison. Вы все прокляты. 19. Ага. Мне кажется, надо будет потом Amplify все-таки качнуть чуть больше. Я так понимаю, там радиус растет, когда качаешь. Тяна колечко на ловкость. Давай, давай. Я люблю. Плюс один, лол. О, там крутой. Посесть. А у меня мана кончилась. Ха-ха. Я вот так. Я чё, он как дерево, что ли? What the fuck? Hello? Почему я танкую? Где там баба твоя? О, она эту работает, главное. Почему это ты иммунный? Чё за фигня?
Просто рандомный иммун курсам. О, ничего себе. Lightning Resistance. Какой-то щит крутой. Так, идем дальше. А еще трупы везде, Диман. Мы просто так сюда шли, оказывается. Да, промахнулись поворотом. Вот отстой. Слушай, а шарики они АОЕ, что ли? Ты просто им достаточно ваншотиться? Не, ваншотают. В чате спрашивают, а Диман в доте ставит купол на своих? Вы бы знали, друзья. У нас про это легенда уже ходит. Да ладно, один раз было дело. Один раз. Диман, достаточно один раз прославиться, чтобы потом вспоминали всю жизнь. Что здесь валится прям? Слушай, почему-то звук дропа не всегда играет. Даже я сейчас не слышал ни чарма, ни... ничего-то еще. Может быть, здесь лимит на количество звуков одновременных? Может. 7 атак рейтинга. Что-то мне не очень такое надо. Септер, это не тебе? Септер это... надо поднять и продать его за миллион. Плюс один кризис фаера. Что-то еще поднял. Я прям на пылесосил целый карман. О, левел 2. Второй левел получил, Диман? Конграс. Нет, тут ехать дальше надо. Ой, это мне... я могу голову в руку взять. Я же буду голой. Подожди, я не могу. В чем проблема? Required level 6. Ну ладно, я возьму потом. С головой это прикольно бегать, но еще бутылки еще кам показываешь. Вот выход. No shit. Darkwood. Так, вот тут я нашел сборник. Пишет, Дима в доте даже блэкхол своих дает. Вот такого не было. Е! Щит. Еще одно колечко на фастер кастинг. Я теперь супер фастер кастер. Я могу прям курсить. Вау. Не дал как? Так, слышь, можешь мне? Не, я могу тебе одно дать. Там 10% фастер кастинг. Нормально должно быть. Да. А то у меня раскручивает, как будто аналина. Так вот. Недалеко от правды. Держи на лоб. Еще одно, что ли? Ты же мне давал уже. Я только... у меня висело в этом слоте. Ну ладно. У меня теперь куча колес на локус. О, я эту, подожди, я эту не понюхал, эту штуку. Понюх, конечно. Так, идем налево. О, слушай, удобно, мы нашли сразу на входе вейпоинт, и значит осталось только дерево. О, когда скелеты устают, они просто на тебя телепортируются. Когда им делать больше нечего. А у меня скоро 4 будет, Диман. Мне бабу бы оживить, надо скорее доделать дерево и в город. Так, давай. Надо найти. Бам. Слушай, а скелеты что-то овнят прямо, они там убили кого-то. Все, по-моему, нет. Oh my god. Что-то они пока что не внушают. То они троих бомжей даже бьют минут 5. О. Щит. Whatever. О, ботинок.
Подсвечено. Фантом лансера. О, нашел. Чумазейки. Танкуй, Диман. О, на них нормально работает. Я прям с руки. О, видал. Слушай, а сейчас надо будет место по свитку освобождать. Ну и ладно. Ну там скелеты все передохли. Есть трупаки? О май гад, это сейчас. Так, короче. Я забрал. Молодец. Так, а мне куда как? Есть а, что... у тебя второй отдельный? Да у меня инвентарь менеджмент, я застрял, я не могу в Тетрис. Короче, надо вот так, я смог надеть голову. В смысле, почему отдельный? Ну, я свиток подобрал. А, он один на двоих, что ли? Ну да. А, ну ладно, иди тогда, угадывай. Исследую бабы. Good day. Good day. Ну вот, шапку носила, она 100 денег стоит все. Черт подери. Holy shit. Ты богатый стал? Нет, продал. Да не особо, на самом деле. Продал синюю дубинку за 6 золота. Такой день. Купил ключей зато. Ничего, если ты там заливаешь. Я все вижу, Диман, поздний релиз 10%. Так, ладно, мне бабу оживить. Давай, че их. Резорект. Да, мне одеться. Сейчас я. Я тоже пойду какую-нибудь каску куплю. Так, бам. О, здесь крутейка 36 сил хочет. Супер шапка, смотри, 16 дефенс, но это прям... Блин, да, 36, я мне прям нравится. Ну вот это теперь надеваю. У тебя же она убралась? О, у меня варежка нет. А, лол, мне хватает. Все. Все, победка. Подожди, а тебе тоже та шапка на 36, на... Я же ее купил. Нет, я куртейку купил. А, да ладно. Все, я прям затаренный. Я в каске теперь, некромант. Стонифилд. Иди, у тебя же там сакральное знание, да, про подожди, то, как активировать. Диман, я не знаю без свитка, как нажимать. Никак. Я не могу, слышь. Сейчас приду. Научи. Боже. Нечего там нажимать при мне. Я так понял, надо перевызывать скелетов каждый раз, когда вкачиваешь Рейс Скелетон. Так, а куда? Подожди. А, Стонифилд. Точно, точно. Да. Это я забыл. Я здесь стою уже, головой размахиваю. Так, подожди, как нажимать? Смотрю. Диман, ну тебе же баба даже свиток дала. Да, да, я посмотрел. Так, пык. Не работает. Значит, боже, так. Диман. Что-то так, так, так. О, хорош. Угадал? Угадал. Good job. Победка. Да. Зраем корову. Ай! Ну, он ВМПшный. Фига ты видал это дерьмо? Воу! Стаут наил. Тихо, не сдох, на гризл он может курсануть. А нет, мана. Пусть его танкуют, чуваки мои. И я. Давай, let's go. У меня нет, нечем. Там эпик упал, Диман. Представляешь? Представляю. Я прям снизил его, а он не нужен ни нам, ни тебе, ни мне. Ну все, поближка пополам. Он ответ меня крусанул. О!
Чет! Я еще не сдох. Так, я... слышишь, я тебе голову нашел, держи. 100% enhanced damage. Magic damage 7 vitality. Такое, короче. О, глава. А! Скелетон мастера, это надо. Это... Ладно, ее можно продать. Короче, здесь телепорт есть еще холеный. Мам. Ты где там? Я вот тут. Диман, не сдохни, я помню, если там были проблемы. В прошлый раз. Не, тут я не сдох. Не надо. Опасения были, тем не менее. Так, а у меня теперь 4. Бам. Чуть у меня так. Все в головах. Подожди, где? А вот. Вот, все. Нога получена. О, бабки. Все, Диман, давай. Ну, пошли уже, спасем. Слышь, там взорвался чувак, и я еще не сдох от этого. Надо как-то аккуратнее нам играть. Я вот сейчас тоже лицом убежал, еще не сдох. Я же, блин, повелитель армии скелетов, почему я должен лицом входить? Понятно, что они тупые, они не идут сами. Оп! Взяли мужика, на столб повесили. If you... А вот где? Здесь портал. Такой он взял, наскинул. А, он частенько так делает. Identify. А мне нечего. И все, пойдем продавать. Сейчас ногу Верта засунул. В сундук. D600 юник стоит. Бам. Всего-то. Блин, а голову вообще ничего не стоит. Magic damage reduced by one. Вот это хорошо, это, пожалуй, даже получше, чем колечко. Так, а здесь палочки. Мне плюс 2 или 3 Crazy Skeleton был прям топч. Плюс 1 есть только. Ну вот, ничего интересного. Плюс 3 Skeleton Master, ничего себе. 26 тысяч, так, правда, стоит. Ну ладно. Так, короче, теперь нам надо идти. Надо графиню искать. В этих Black Marsh. Uh-huh. Это по дороге. Так, сейчас я смотрю, что тут новинки. Пинг, что думаешь по части русификации по Е? Там выложили ролик на Ютубе. С русской озвучкой. И что думаешь? Ну, как минимум это дает понять, что русификация как минимум будет. Ну там вроде какие-то эти, которые фильмы озвучили, какие-то крутые чуваки. Я со своей стороны как-то мне... Сам перевод как-то округ звучит. Диман, иди сюда, короче. Сейчас. Здесь тут... люди гибнут за металл. Я шапки покупаю. У меня толпа скелетов стоит и бьет просто. У меня прям как в доте. Здесь чуваки с аурой Майта. Так, а ты куда пошел? Ну, в самую последнюю фигню. Слышь, я здесь две пачки нашел уже, давай сюда. Я решил стоять, ничего не делать и посмотреть, как справится моя армия. Фига тут всего. Там сверху пачка с аурой. Слушай, прикольно, мои скелеты не сдохли, они все это вытанкуют. Другое дело, что и дэмш они не особо несли. Но дэмш-то у нас ты наносишь. Главное, чтобы они отвлекали. Так ты банками забей весь пояс. И весь инвентарь, ты видел, как я играл? Нет. Посмотри запись на ютубе, Диман. И лайкни, пожалуйста. Нет. Какой-то друг. Так. Так, нам куда? Нам по дороге. По дороге.
Вообще, некромант, вот этот саммон мастер, всегда казался мне самым странным классом. Что хочешь вообще абсолютно? Диман, ты по-моему дохнешь там где-то? Диман? А! Да, нет, нормально. Ты там табнуешь, табишься или че? Не, я бил просто чуваков. Я их нашел тоже. Ой, это миньон, а где рарник? Ты убил? Так я убил уже. А, ну ладно. Ха-ха, антипергарм покрыть. Ищи давай эту штуку. Слушай, мне кажется, они чем дальше, тем круче становятся. Скелеты? Они потом скоро прям... Я думаю, где-нибудь... Ближе к выходным, Диман. О, у меня бабло лапнулось. Может, и лук сунуть, я лук нашел. А ты уверен, что мы здесь нет? Нам здесь надо искать чуиху эту. Там Тамоя, нам назад. Там чё? Ага. Тамоя. Значит, баба где-то здесь. Сейчас мои скелеты телепортируются и всех убьют, смотри. Я не минут нау. А, они там всех убьют. О, нормально, левел ап. Почему они так топой набегают прям на одного чувака и пиздят его? Мам. Идентифицируем. Насколько я помню, ими можно управлять, в том плане, что они атакуют, на кого ты курс кладешь. Но помню, это они, по-моему, там сундук стоит вообще бит. Так, все, я нашел. Фурготин. О, сейчас все застревать будут. Мне кажется, самым прикольным будет в этой пещере с червяками. Там все застрянут. Я, наверное, даже не буду вызывать там скелетов. Их можно вообще как-нибудь убить, интересно? Диспаунить. По-моему, нет. Мне кажется, мне новый сет вообще скелет. Слышь, они убили какого-то суперчувака. Меня перевызвал всех. У меня там айтемы на плюс левелы, а я давно не перевызвал. Бринг. Так, а, вон туда. Как напрягает, что некро, как и у сорки, по 2 хп за виталити дает. Владин, так классно было. Такой бах-бах, у тебя 100 хп. Не, я тебя бочку здесь убиваю. О, о, давай, Диман, по старой схеме. I feel much stronger now. Да боже, как этим? Почему она опять? А! Почему по хп? Короче, там крутая баба, ее убить надо. Где? I can do that. Все, она сдохла. Там опять крутая пачка. О, они все курсанутся. А я почему проклять не могу? Вот так вот. Чтобы знали, с кем связались. Необходимы новые скелетоны. Вот здесь есть. Давай, Диман. Нормально, вроде шустренько. Есть скилл убить скелета.
А, да, ансамон, точно. Это хорошо, что они подумали про все это. Все моменты были учтены. Так. Диман. Хватит, Дарт Вейдер экспрессион. Напряженный момент. Тоже попались. Я кто взял? Я тебя теряю периодически на экране, потому что только живность бегает. О, следующий 5 уже будет. Так, 164 армора. Должен выжить. Чё-то у тебя странный measurement. Здесь пачка. Телепортейшн. Артеми. А ты внутри там? Ну да. Тут я с бабами снаружи. Нормально, как ты там? Тусуешься? Да. Ну он тоже зайду. Изи катка. А, там что-то демош какой-то был. Там жарит. Жмем. Yes, treasure finding. Так, ну ладно, это было интересно. Я получил талруну. А я ничего не получил. Ты колечко подобрал, я все видел. Не отмазусь. Да их мало. Всего два. Ничего себе. Да они херовые. Декард Кейн. Точно. Ну вот, подбирал эти шапки все. Они все по плюс 2 к скиллам, а толку. Викинг, Димвижн. Ну вот, нормальных вандов вообще нет. Не найти. Дальше нам нужен молоток. И можно будет с ним что-нибудь имбуинуть. По фану. Угу. Так, как, слушай, у нас вейпоинта в Black Marsh нет. Как минимум у меня. У тебя есть? Не, мы ж не делали. Мы туда... Или подожди. Ну да, не делали. Давай я пойду на самый верх. И открою телепорт. Давай. Мне не лень. Ну я бабе лук куплю. Там на левел ей надо смотреть, она тупая. А лучше посмотри просто на новые бабы, там может продаются, и может у них левел там на 2, на 3 выше уже. У меня как раз так было, что баба качалась очень плохо, потому что она была очень низкого левела. Дима, так, подожди, моя 8-го. Мой прогресс замедлен. О, 10-го уже есть. Ну, покупаю новую бабу теперь. Десятую-то она старше меня, получается.
Воу, сап хайп. I hate owls. Спасибо за подписку. Я опять подскочил по старой памяти. Сап хайп. Я так понимаю, оно у меня в ушах играется громче, чем оно играется на стриме, потому что у меня все-таки немного outgoing звук. Потише в экспедитивстве. Тиман, я почти перешел, короче. Ты здесь мне телепорт открой. Вот он. Подожди, а где? Вот он. Так. Так, и сейчас надо менять. Подожди, я их 28 стал. У кого-то протухла подписка и было 27. Подписался чувак, стало 28 опять. Значит, ничего не надо, значит, менять вообще. Так, а нам в томое. И там сразу у нас 3 сейчас будет. Let's go. О, там о, сверху. Он лайтинг. Сейчас мои скелеты будут делать фурфыр об него. Не забурюсь лицом. Они делают фурфыр. О, нормально. Чуть мне лицо отрывают все ранжовые парни. По 3 хп стреляют. У тебя сколько хп? У меня 8-7. 68. Диман, что ты... Тебе армор не поможет, если тебя падает армор от шуворот. Надо Виталика вкачать, Диман. Угу. Похоже, мне тоже надо. Так, а что, мы по дороге, да, там монастырь. Слушай, а есть налево и направо? Ну, пошли налево. Пойдем налево, конечно. На самом деле, это неправильный выбор, потому что монастырь-то всегда вверх смотрит. Дорогу в монастырь. Так, сейчас мы прямо в какую-нибудь стенку. А, не, здесь еще одна раз. Диман, куда, налево или направо? Да, налево. Давай, давай. Топас. Бам, все. Лайтинг резист. Сунула в голову. Я подобрал супер топор теперь. Диман, ты понял, что дорога нас в тупик завела? Давай идем отсюда. Я пошел. Так, давай, давай. А, блядь. Че? Плюс один ту энерджи. Это не надо. О, слышишь, давай сюда. Давай я тебе его дам. Я все равно касту раз в полгода. У меня профессия ходить, а не кастовать. О, левелап. Так, Виталити. Так и знал, что здесь пещера. Короче, нам наверх тупо. Подожди, бежи, я скиллы читаю. Диман, там скилл, который дэмэдж наносит, он... Шивер армор надо брать. Не, не надо. Чего? Он не очень. Да? Тебе надо брать фигню, которая урон наносит. Или копить скиллпоинт, если ты прям фрознару будешь качать. Можно не копить. Все равно респект дают, то есть здесь можно на нормале как угодно мазаться. О, левелап. Так, ну я знаю, что 5 скелетонов. Literally unstoppable. Друзья, сабхайп можно еще громче, но это сложно. О, надо перевзывать, пока у меня ладошка. Маны нет. Вот. Ладно. Пусть ман регенится. У меня даже потов что-то нет на нее. А что закрыт? А, мы не с той стороны подошли. Mm-hmm. Слушай, а есть пачка должна же быть этих блюющих щеков. Снизу. Где здесь должны быть?
странно. Обычно всегда рарный пак. На входе. О, дай мне монопот. Да мне самому, у меня ноль. Я по очереди пытался их понять, что лежит. Она бы просто тыкать. Плюс два клавиш в колечко. А, вот они, чуваки то есть. А, нет, это просто они сфигуруют. Мам, пустись. Такой, сафхайп-то можно погромче, но я ж тогда вообще с перепадком слягу, вы же понимаете. Он сейчас процентов на 40, по-моему, громкости. И даже в такой конфигурации я прыгаю на стуле. Так, здесь потрогать надо, Диман. Есть дверь, которая открыта, на самом деле закрыта. Точнее, наоборот. Она у тебя тоже такая? Да. Я думаю, это от клиента зависит. О, Дирк. 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 Бам. Бэц. Интересно, может здесь кто-нибудь в дверь зайти? Подожди, мои скелеты меня вроде не блокируют. Да, мир, мне так показалось. Там крутой чувак! Я застрял! Они блокируют! Диман, что происходит? Не знаю, я стреляю в дверь. Меня бьют козлодуи. Я бегаю от них. Больно, Диман. Кажись, победили. Ладно. Нормально. Интересный экспириенс. Да. Я ходил просто. Страшно сразу было, вдруг они меня убили бы. За мной два из них гонялись. О! У! Скорее. Фу, господи, наконец-то. Там. Такая толпа сразу тоже в двери. Да, они синенькие. Они сейчас везде будут застревать. А, подожди, с меня. Long stuff. Я открыл, Диман, что это такое было? Это был плохой long stuff. А. Не, не понравилось. Тут такие слурпи саунды. О, наконец-то монопот нашел. Стамина повышена, тоже полезно. Слушай, им надо было сделать, чтобы скелетов можно было хилить как наемник. Это был бы прикол. В том плане, что давать им поты от яда. Ай, кто меня бьет? Диман, ты халат удаляешь? Чё? Ну, чуваков, которые сдохли, ты их удаляешь? В смысле удаляю? А, ну да. Че, их же надо оставлять как память. Зачем? Они через 10 дней все равно удалят. 10 дней будешь помнить про них. О! О, левел ап заодно дали. Че это тут вообще изич? Че, да. Бам. Так, а ты забрал эту штуку? Да. А как мы теперь поделим ее? Подожди, типа как. Типа она. Подожди, а как тебе делать квест? Тебе ее засчитают, когда я принесу ее бабе? Ну, наверное, пошли на базу, я открываю. Давай. Так, короче, я пойду сейчас бабе ее суну. Давай посмотрим.
Сунул. Кап, сработает, типа, шмотку мне сделает. Ну все, нормально. Слышь, а что совать? Суй чем-нибудь. Ну, я не знаю, что. Мне кажется, большой разницы нет. Ой, я такую тему суну. Можешь щит сунуть или броню. Хорошая идея. Или став. Да. А, став уже с Magic Power. Все. Шмотка получится. Ну, а соки-то нельзя совать? God damn it. Соки-то нельзя, да. Так, подожди, я тут... Ой, еще нашел, смотри. Во, полегче. Слушай, а что, она тебе соки-то проткнула? Нет, да. Да, проткнула. Ну вот. Ну ладно. Lightning Resist 2, Strange 6, Life. Ну что-то говно какое-то. А я сейчас надену прям, смотри. Ну я тоже надену. А у тебя нет этих? Что у тебя есть на Energy там что-нибудь, чтобы пихнуть в сокет? У меня на Dexterity есть зеленый камушек. Все. Не, Dexterity не надо. Бам, я себе пихну Dexterity, не знаю. У меня еще руна есть, но она 17 левел просит. Так, плюс 10 к лайф. Ну я пихну плюс 10 к лайф, что мне? О, слышь, может на Гэмблет еще одну крутейку такую, пусть она классно сделает. У меня 15 тысяч все-таки. Друзья, гулять так гулять, пойдем. Некромансер. Подожди, я что-то в гэмбл полез. Мужик. О, у него каски есть. О, я белую каску сейчас зачаню. О, у него еще сапоги. Пойдем, баба, давай мне каску. Бам, имбуй. Пыщ. Фастер хит рекавери, плюс к мане. Короче, отстой, а не каска, но дефенс нормальный такой. Потратил просто так имбуй, Диман. Ого, шлем плюс 3 к энерджи и энхэнс дефенс. Воу. А этот бабе надену. Так. Что-то здесь не продавал. Так, мне надо с скиллами разобраться. Я уже... Какого я? 11 левела. Значит, я могу вот такие вот темы качать. Надо докачать... То есть надо где-то на 21-м вкачать Decrepify. Фига, у тебя там планы? Планируешь? Качать хотя бы на единичку сейчас Клей Голема. Мне кажется, на единичку и можно оставить. А ревайв можно будет потом вообще докачать. То есть сначала надо до макси скелетов. Так, а сколько их в следующий раз? 5 все равно будет. Ну и ладно, так, Диман, чё, пойдем. Подожди, подожди. Древнее зло проснулось, Диман. Я сапоги гэмблю. Ладно. Это важно. Блин, тут уже такой чейнмейл продается за 18 тысяч. Ну, в гэмбле. Так он всегда я там. Я б взял. А сапоги не продаются, what the fuck. Вот точно, надо бабу поменять. Yes. Не, у меня что-то 9 левела только. То есть, апгрейда бабы не будет. А моя 5, слышь, ничего себе. А где Кулдару? Кулдару 7. Что-то апгрейд так себе, 2 левела, все. Так, сейчас приду, Диман, минут.
Алло, пойдем. Пойдем. Спрашивают телезрители, почему не качаешь скелет мастера, они же нормальный бонус дают. Сначала надо качать скелетов, потому что, во-первых, это количество скелетов, которые надо иметь замакшенным в идеале до какого там. Ну, короче, как можно быстрее. А, во-вторых, урон растет гораздо больше все-таки с рейс-скелетом. Скелет мастера, оно их больше уплотняет, чем урон дает. Поэтому сначала макси скелет, потом макси скелли мастери, потом корпус эксплозн, в таком порядке. Можно ранее, конечно, корпус эксплозн брать, но я думаю, на нормале вообще не нужен. Так, они че... О, это, оказывается, какие-то крутые, блин. Диман, ты тут? Я тут. Че дают? И здесь убивали. Стреляли. Нам туда он. Не? О, есть дырка уже, пойдем. В тюрягу. Magic is long gone now. Там супер чувак. Stone skin. Слышь, что за фигня с эпиками? Второй юник уже падает. Ненужный кроссбоу. О, слышь, я свои чувихи надену, 9-й левел нужен. Давай я свои надену, моя 10-я. Подожди, я посчитаю, что дает. Damage, атак рейтинг, deadly strike, dexterity, life, poison. На, надевай. Моя же так разваливает уже. Да, это нормально будет. Бафнули партию. А она что-то не может. Require dexterity 27, у нее 59. В чем проблема-то, баба? Левел, не? Там 9-й нужен. Она 10-го. Сила 21, у нее 43. Такая, в чем проблема? А, она кроссбоу не надевает, она лучница по убеждениям. Jesus. Глупая баба. Диман, бывает, ну люди делают все-таки выбор, быть этим арбалетчиком или лучником, это важно. Объектификация. Иди сюда, дверь. Скелеты, заходите. Слушай, что-то юники переломались, как из ведра уже, две штуки упало. Да. О, здесь... Там это всего 10-го левела. Да не говори. Я застрял... А, вот дверь. Проклятие. А, это уникальная пачка, оказывается. О, посыпалось. Бам. Что-то мое расследование похоже... Не зашли в тупик еще. Я что-то иду, пытаюсь найти, где. Счастье. Слушай, по-моему, мои скелеты меня не блокируют. Хотя мне, может, показалось. В прошлый раз блокировали, когда была пачка-то уникальная. Есть тупик, я так и знал, Диман. Опять ты завел куда-то. Это вот место мне не нравится в этом плане.
Так потому что ты ходишь от балды. Так так и надо, Диман. Нет. В смысле? У тебя scientific подход какой-то имеется по отношению к этому месту? Ну-ка, давай. Ну, все время поворачивай налево. Так я так и делаю, ты сам посмотри. Нет. На карте посмотри. Нет. Сейчас ты направо поворачивай все время. Ну, потому что... Нет, я по левой стенке бегу. Сейчас, ты видишь, пришли и налево. Голову возьми. Я же буду головой, где? О. Вон, я нашел. Вот видишь, я же сказал, я поверну налево, и все будет здорово. Я поверну налево, мы нашли сразу. РПТ. То есть надо просто немножко терпения проявить, и все, все будет... О, нашел. Это мой ключ был. Ебать. Ой, что-то не то. Блин, надо поменять их местами. А как ты вообще вызываешь на кучу на кнопку? Да я что-то из инвентаря уже по привычке. Надо на бинт, наверное, а я бинт на F1 повесил, но что-то не это. Не юзаю. Take that fucking barrels. Слушай, ну вот, допустим, лук. Пусть она хотя бы такой наденет, а то она ходит, как бедный родственница. Ой, ей прям лицо его, если сунуться, она найдет слово сама. Ты что там, Диман? Я застрял. Ты свою задницу блокируешь. Ну и что? Руди, зомби хед. Да ничего. Наверное, тебе. Такие не очень. О, лево. 101 с хпшка. О, в следующий раз 6 скелетов будет. Им прям нереально дэмэдж будет наносить. А. Как отличить своих чужих? Бам. Это, кстати, большая проблема. Там пачка снизу. И сверху тоже пачка. Все, все скелеты были перевызваны. Если вот тут вот что-то тоже ходит. Ну. А, там двери надо зайти. А, ну вот. Я думаю, здесь пачка крутая. Колечко. Диман, живи. Прошу прощения. Рип, Диман. Так, нам кажется сюда. А, он сейчас бомбанет. Я отойду. Иногда бывает настолько налево идешь, что ты оказываешься справа. Так все нормально, в этом и смысл подхода. Я понял, да. Так, что-то здесь не самый лучший метод. Короче, Диман, благодаря этому методу у нас... Направо, направо, эту дверь. И направо еще раз. Закрыл дверь, не пройдешь теперь. Так, стамина кончилась. Диман! А у меня шрайн, мне норм. Пойду найду выход и уйду отсюда. Я... так, сейчас... Надо было здесь, налево, господи, я же говорил, налево надо идти. А, ууу! Мне на пол хп там что-то прилетело. Ров. Отходил. Притом там просто бомжи, они, похоже, все попали сразу. Харизно. Проходим, друзья.
Что-то я зашел. О. Все. Так. 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 Слушай, а сейчас же будет прям же. Бахалова. Бахалова. Слушай, а что на актовых боссах делать, если трупов нет, допустим, на дуэли том же самом? Ходить ТПшиться и... А, выходить в гробницу Талараша и забирать трупы? Лол. А что такое? Бам. Здесь должна быть уникальная пачка же на входе. Я думаю, они еще не подошли. Чё-то какой-то месилово. Там снизу чувак просто оживляет всегда. Да. Я отравился нормально. Надо сюда вот. Здесь уникальная пачка. С моноберном. И здесь сейчас сопливый чувак будет. Вон он. Ну все, он нагребает. Сейчас бомбанет. Ребдиман. Не, нормально. Слушай, ты что-то так хилки пылесосишь, как будто у тебя там проблемы прям с хп. А я их постоянно трачу. Забегаешь толпа, тут хилку нажал и норм. Тебе не кажется, что ты неправильный класс убираешь второй раз? Не, нормально. Я на самом деле больше мана подбираю, хилки так. Если попадаются под руку. Время бывать или козло. Диман, неужели мы первый акт пройдем, ты не сдохнешь? Ну подожди, слушай, еще не прошли. О, да, я рнав... джинксинг. Подожди, а куда ты куда делся? Где вход? Вернись. Секрет. Я потерялся. Диман, забери. Друзья, давайте поможем Диману найти вход. Я потерялся. Там снизу. В каком снизу? Ну снизу, Диман. Сколи счет, вернись. Что будешь? Тут страшно. О, все, нашел. А, у-у-у. Иди разведуй. Окей. У тебя там армор твой, я знаю. Присутствует. Скелеты маги, они не настолько удобные, потому что, во-первых, перекастовывать их каждый раз. Там полезные колд маги, которые сосульки стреляют. Но для того, чтобы они вызывались, они рандомно вызываются. Надо теребонькать их туда-сюда, каждый раз перевызывать и так далее. Вот. При этом они лагаются, цепляются за стенки, примерно как бабы-лучницы вот эти. Не, верни. 17 стрэнгт. На, держи, он какой-то крутой прям. Да, с артворком. Не, 27, нифига себе. Классно, так, правда. Все. Держи, хочешь мою забрать? Не, не очень. У меня голова в бутылке. Don't ask. Я понял. Слышь, а давай, может, сходим, продадим вещи, то сейчас это... Ты, можно, да. Мне, правда, пузырей половин. Давайте монопод флотим, ладно. Так. Я что-то хожу, собираю монопод, а мне их полная сумка теперь оказалась. Шапки всякие. Плюс один к максимум дэмэдж, амулет нужен? Не. Так, блин, а у этой нет бабы, которая с арбалетчицей? Арбалетчица. Не, их не бывает вообще таких. Черт. Ну чё, продаю туник. Продавай, конечно, Диман, я дубин продал давно. Он 2к причем всего стоит. Да, и дубин такая же была. Что бабы здесь ничего интересного. Мне палочку бы новую. Пойду палочки гляну.
Плюс 2 к рейс скелетон. Плюс 1 к скелетон магу. 31 тысяча. Че, 31 тысячи-то нету. Ладно, ничего интересного, Диман, пойдем. Пойдем. Что-то очень много дверей на карте. Угу. О, там лестница. Где? Вот за этой дверью. Я в обход пошел. Ай. Дима, там налево надо было. Есть пауки. Всегда было интересно, как люди с арахнофобией вообще... В игры играют. Да. В Досе-то я помню, что делали специально это. Типа там... Не помню кого, там что-то прикольную картинку какую-то подставляли вместо бруды. Паучатые. Эй! Вот, допустим, в Diablo 3 там же вообще супер мерзкие эти чуваки. Опа. Что, Диман? Пак веду. Еще одного, по-моему, поднять. Нет здесь. Так, где баба-то? Мужик. Баба на четвертом левеле. Есть телепорт. Или на третьем, я не помню. Не постоянно. Баба на третьем. Здесь трогал код. На случай, если ты рипнешься, потом можно будет тебе вейпоинт открывать. Диман, я решил, что если ты сдохнешь, я просто приморожу этого чувака и догоняй сам. Окей. Чуть мне нападло супергемов. Мне кажется, налево надо было. Да. Смотри, конечно, такие звуки. Я не могу. Стамина поушен, то, что надо. Чё, тебе мало стамины? О, там супер чувак. Он прямо ЛМПшный, мультиплшот сделает. Развалили. У меня баба до сих пор не нафизила, я... Наверное, скелеты помогают. Так у меня тоже. Прям не видно. Слушай, эта фигня тоже не... Они как дерево. Слишком сильно и нельзя проклинать. Ладно, суть такова, что там где-то снизу эта фигня. О, май гад.
Или здесь. Не, снизу. У! Там что-то классно, там чемпионы. Ты чё? Чё-то да. Ты забежал, что ли? Да, я зашел посмотреть. Там справа он чувак ещё. Два дирка упал. Дирк вообще, наверное, эффективная тема, он два слота все занимает. О, там крутан какой-то, спектр хит. Что он развалился. А ты что всех убиваешь, Диман? Ну, конечно. Ну, а я думал. Мне кажется, нам пора убивать великое зло. Я только за Диану. Не, на четвертом ловили все-таки. А, да, здесь сейчас еще должны быть госты, если летающие. Воу, еще друг. Да, вот здесь. А куда делось? У меня? Нифига себе, 46 дефенса. All resistances плюс 10. Тебе надо такое? Давай. Прям вообще. А, Arctic Force. ...287 Enhanced Defense, при этом армора... Точнее, Defense самого очень мало. Но 10 Hell Resistance, это хорошо. А я твою штуку на баб надел, и прям норм. Отлично, Диман. Так, надо будет до босса... У! У! Тихо-тихо-тихо-тихо. Заходи, мужик. Там видишь, что? Что я там развалился? Вот, вроде нормально. Там чуть жесткие. Ну, давайте, мужики. Мне кажется, надо левел получить, да, Андрей? У меня скоро. Чё-то мы такой здесь участок зачистили, классно. Здесь тоже классно. Что-то какой-то очень длинный левел получился. Боже. Так, ладно, вроде открытое пространство. О, там крутаны. Там, смотри, наши бабы застряли, смотри, на карте. А, они вечно так. Там еще взорвется здесь. Зато левел ап. Бардиша тебе лезет? Бардиша, да, влезет. Бердыш, как это называется по-русски. На ключ, короче. Ключ мне зачем? Открывать будешь всякое. Там еще один крутан. Один стен чанс. Наша комбинация магического и физического урона оказалась непреодолимым препятствием для них. Да. Ну,
кладишка. У меня почти левел уже. Слушай, а как посмотреть какого-то левела? Левел 15. А я 13. Че 14 куча. Че тут опять? Да, здесь, по-моему, такой крестиком вот тема. Вышивание. О, нашел. Так, не, подожди, надо туда пойти налево и забрать там левелап. О, Resist Fire Shrine. Ай-яй, зашел, застрял. Здесь должна быть уникальная пачка вот здесь. Да, миньон. Так, все, левелап. Держи его. Жувел. Так, и теперь надо качать голема. Повесить его на Е. Ха-ха, смешной. Так, Дима, пойдем, я готов. Подожди, надо продать все сначала, да? Да, наверное, пойдем. Пойдем сначала комнату расчистим там. Не летать. Просто так. Эй, где все? А, они кого-то нашли. А, это твой уродец. Он очень нужный, он замедляет. Пошел. Трейд. Блин, надо где-то курс сначала. Так. Так, ну погнали, Диман. Подожди меня, подожди меня. А, там, по-моему, откроют, когда мы ее бьем. Ну, дело за малым. Ау. Меня отравили. Я трупов-то не ешь больше. Изи качка. Согласен. У меня, правда, все самоны сдохли, это было так волнительно. О, ничего себе, шапка. Надену такую. Holy shit, faster casting. Тебе нужен faster casting? Да, наверное. Надо смотреть. Скиптер, ты... А, ты наденешь. Сейчас приду. Здесь валяется. Чуть у меня Fire Resist прям 35 стало сразу. Хм, прикольный. Подожди, а это на кого вообще? Ну, это просто палка, мяса. Mm-hmm. На них паладинские скиллы бывают? Паладин онли.
Ну не в этот раз. Надо подумать. У меня просто и к Айсболту, и к Энерджи, и к Армору. Ну тогда уж, наверное, подумать, да, действительно. Слушай, я что-то вообще во все сетую на теперь. Короче, я поехал на это. На восток, Диман. Wait for me. Я в пустыне. Что делать? Так, а здесь надо по магазинам пробежаться. Боже, Диман. Calm down, buddy. Так, тихо. Да тебе не должно быть слышно. Да ты есть, ты прямо в микрофон это делаешь, Диман. Не, правда. Я думаю, там все зрители уже в восторге от того, как ты здорово и пользуешься своей штукой. О, подрезись. Друзья, отпишите Диману в чат, чтобы он перестал так делать. Иначе бунт. Есть куртейки прикольно продают, Диман, шапки всякие. 48 так. Strength. Тирит. Ого, да. Не поменяй поясок. Ого. Так, здесь вот этот паренек, который щиты прикольные. Меня больше палочки интересуют. Спрашивают, играет ли пинг с Дарт Вейдером. О, нашел плюс 2 Крейс Скелетон. Все, 5000. Диман, боже. Боже, я пойду мамбл настрою. What the fuck? Так тебе, может, проще лицо отодвигать от микрофон, когда так делаешь, не? Микрофон-то на наушниках. Hello. Господа, с ним ничего не сделать, он всегда такой по жизни. Leave me alone. Leave Diman alone. Так, ну я пока свою куртейку менять не буду. У меня уже классная. Я там штук вставил всякие. Который ты у меня поднял, что ли? Нет. Штуку он там вставил. Слушай, а можно и пояс, в принципе, нагомлить. Enhanced Defense, whatever. Неботварщик не отказался. Что он железный варщик, он, похоже, не знает про них. Про варщики вообще как вещи он знает, наверное. Так, подожди, я еще не все магазины обошел. Подозреваю, он только про такие пока что в курсе. О май гад, тут чувиха стала в проходе, я не могу зайти в магазин. Диман, проблемы. Так, на Cold Resist мне нравятся ботинки. Я, наверное, пока что ботинки гамлить не буду. Ладно, чувак вообще не в курсе про то, что существуют железные перчатки. О, нормально, нашел как раз. Чуть больше дефенса. Так, ну ладно, это, конечно, такое. Слушай, а резисты прям равномерные, такие прикольные. 112 дефенса, правда, всего. Но это... Должно митигироваться тем, что я не должен попадаться просто под удар. Сколько у тебя? 112? Угу. У меня 220 с апкастом. Ну ты-то обмазываешься там своими фигнями. Ну без него 150. Мне щит можно поменять, потому что у меня на башке у меня 3 дефенса на щите. Мне говорят, I may not pass. What? Пойдем в канализацию, Диман. Да подожди, меня в дворец не пускают. Так тебе в дворце делать нечего. Отвратительно. У тебя нет доступа. Ну, пойдем. Так, а мне все скелеты сдохли. Сделай трупы, бабы. Пыщ-пыщ. Диман делает трупы. Goddammit. Офигеть, он ману жжет.
Надо еще немножко труп. Боже. Все, Диман, я укомплектован. Наверное, подожди, сколько у меня? Да, 6 тотал. Рунка подобрана. Начинаешь копить на рунворды? О, я лестницу нашел. Да. Есть какие-то прям чуваки, они стреляют. Довольно активно при этом. И больно, кстати. Не рекомендую под экстрейл подставляться. Ой, я хп голем вижу, оно заполняется само собой. Неужели он такой классный прям? Хп у тебя сколько, Диман? 115. Такие мы с тобой два кастера. Я скилфу. Ну все, вызывай еще скелетов. Мана нет. Монопотов нет. Я тоже. Так, что-то на... пошли налево, будем ходить правильно. Диман, нужен фастер кастинг амулет? Ай-ай-ай-ай, оу-воу-воу. Диман так. Опять вперед сбежал, держи. А у меня что? У меня плюс один к энерджи. Ну не знаю. Наверное нет. В смысле, плюс один к энерджи, это шман дает только и все. Ну а фастер кастинг, у меня так мана нет, чё мне? Чё мне быстрее кастить? Get your priority straight. Базе. О, у меня 7 скелетов уже. А, это потому что с ручкой. Дать им... О, rejuvenation. Хотя бы новых модных скелетов вызвать. Слушай, а лапка закончится, и он сдохнет, наверное. Представь, как грустно быть таким скелетом, которого... Нежно понимаешь, что твое существование закончится просто потому, что ты существовал из-за того, что баф был подобран. Кто лечит демона поты? Да, какие-то проблемы с ним. Тебе надо прям весь инвентарь скоро будет биткомами забивать. Угу. Это будет нормально. Или теплоту вкачивать. Она на ранних этапах не заменит в любом случае. О, комбо шрайн, ну все, гайс. Огребаешь. Не туда опять пошли, нам сюда. Еп. Левел 3, там скиллпоинт дадут на халяву. Хорошо, Дима, где хорошо. Не здесь. не хочу. Не туда. Как это? Подожди, а ты куда? Налево. Там что? Там тупик. Здесь босс должен быть.
Я проклинаю пустоту. Вы там застряли? Диман, пропусти скелет. Че такие чармы все на милишников? На физику дэмэдж. Тебе надо хилинг? Держи. Чего хилинг? Вот ты. Да не, зачем? Бери, бери. А, хотя надо. У меня супер большой пояс. У меня тоже теперь на 3, но, короче, маны вообще нет. Надо базилку. Под. Угу. Так, ну где Ардамонт? Бельмонт или Ардамонт? О, найден. Я чё, 7 не стало? Подожди, а лапка сколько дает? Лапка плюс 2 давала? What the fuck? 2! Хочу 2! No way. О, нормально, а теперь 7. Там книжку ещё, Диман. Ага, забрал. Полетели, чё?